Ну что, хватит, наверное. Хватит ранки, да, мы вернулись на исходную точку, с которой начали. В царстве престов и рок шаманам делать нечего. Будем надеяться, что завтра будет лучше. А если не будет лучше, то придется прорываться так. Давайте пареним. Давненько я престом не играл. Очень давно не играл престом. Друидом, кстати, играл совсем недавно. Ну, пока так средненько. Ой-ой-ой-ой-ой. Возьмем сержанта. Ладно. Не гарпи уже брать. Вот культист это прекрасно. Культист это 5. Гигант сойдет. ЧВД одно пригодится. Фенка пригодится. Холинова, да. Вот это королевская карта. Пристесса, отлично. Вот это все плохие карты. Сайленс или Вуду Доктор? Я возьму Вуду Доктора, хотя у меня так уже есть существо с одножопой. Это вообще провал против каких-нибудь магов. Мы против магов проиграем. Ну и Сайленс тоже не король. Ладно, возьмем Вуду Доктора. Может быть, Соуки Найки сыграет. Нет, шляпа какая-то бесполезная. Это пригодится. Вторая Кинайка против Shadow Madness. Я, наверное, выберу все-таки Shadow Madness. Тут хорошая карта. Мне нужны еще шилдицы, еще хулиновые и хорошие тушки. Вторых дропов у нас пока очень мало, да? Spiteful Smith или пиратка? Наверное, Смит. Депрогном мне точно не нужен. Деслорд мне точно не нужен. Вторая хулинова отлично, даже берем над сайленсером. О, пироман. Теперь точно нужны шилды, ребята. Точно нужны шилды к пироманту. Сайленсер берем. Гиганты берем. Секретчик. Очень хороша карта, но у приста не бывает секретов. Майн контроль. Ну, стало лучше под конец. Вначале было очень плохо, под конец стало лучше. Бомбер против волка. Я возьму бомбера просто как второй дроп. Волком все равно некого бафать. Берем нагл, тоже хорошая карта. Гномка. А то нам карты брать нечем. И второй Shadow Madness. Ну что, с виду неплохо. Две хулинова, два Shadow Madness. У нас нечем брать карты, но дека сама по себе вроде медленная, так что карты, наверное, нам не понадобится брать. Вот это вот слабые места нашей деки. Очень мало вторых дропов. 3,5. Это слабые места. Ну и, по-моему, больше слабых мест нет. Стенки есть. АУЕ есть две штуки. Вроде все нормально. Давайте поиграем. Надо, кстати, Туладер включить. Включил стрим, включил матч. Убираем шамана. Багирка показалась, не стригся. Ты что такой невнимательный? Всегда такие волосы были. Всегда. Ты, Багирка, внимательнее будь. Ты что, дурак, что ли, стричься? Может, ты мне еще зубы чистить предложишь? 5 побед, мне кажется, гораздо больше. Мне кажется, 7 должны вообще в лед взять. Один проигрыш? Ну, может быть, потому что у нас нет каких-то явных бомб, которые прям могут поломать все. Вот, например, сейчас бомбер может облажаться, и это будет фатально. Но нет, бомбер безупречен сегодня. Бомбер сегодня в хорошей форме. Этот зеленокожий бочконос показал все, на что способен. Так. Ну, походу, меняемся, да? Я думаю, если поставлю его и сразу он убьет, это будет стрёмно. Ну, убьет, так убьет, что всего же бояться нельзя. Вообще, можно всего бояться, но я не собираюсь. Сейчас Элем очень будет опасно. У меня есть план по борьбе с Элемом, но он такой богат на расходы. Ух ты.
Ух ты. Давай, еще лягуху, давай, еще. Еще. Там много овец? Не, я думаю, просто Наташа это первый оппонент очень слабенький. Судя по Хулинове, так и есть. Зачем потратить по Хулинову, чтобы сэкономить 3 дамага? Ну, нанес бы эти 3 дамага Хулинова. Не Хулинова, а Фростнова. Она явно больше стоит. 2 Фростнова в деке. Нет, совсем не классно. Даже. Там нечего ждать от него. Может быть, это дупликейт. О, не дупликейт, а копия. Мы сейчас спросим. Там вообще время флеймстрайка. Но так как секрет, не буду ставить 7-6. Вот, видал. Видала? Видала? Вот, Наташа, запомни эти вещи, которые он делает. Так не делай, и не будешь играть 0-3. Ну, хотя, какой из меня советчик? Я позавчера сам сыграл 0-3 или вчера. Майн бедный монозмей. Копия? Не копия. Если была копия, было бы очень круто. Я бы динозавром разменялся. Ну, у меня тут в любом случае все очень круто. Ты играла 3-3? Я промолчу. Уточняет Наташу? Что за вообще за фраза «уточняй Наташу»? Это прикольно будет. Победа. Начало легкое. Зачем уточнять? Пусть как будто я сразу ко всем Наташам обращаюсь. Андуин versus Риксар. Versus Риксар. Гака. Нам нужен второй дроп. У нас их мало, поэтому нужно мулиганить прямо до второго дропа. Тем более, что 3-3 хиллера это даже не третий дроп. Ой, помулиганились до второго дропа. Надеюсь, что нам дадут на чем-то покататься. А то бывает, завозит 2-1 Мэднеса, а кататься не на чем. Сидишь и грустишь. У него тоже там не очень быстрая сдача. Вообще, если он сейчас сразу чувака 4-3 не убьет, можем превратить его в Йети с помощью хила. Попробуем. А если убьет, то либо за 3 маны киллшот, либо киллкоммент, в общем, весь ход он потратит. Ну или так. Встретились неспешный приз с неспешным хантом. Бомбера подвезли. Мощнейший зверь. Может, она у нее под собак лежит? Эта штука.
такую штуку, я не хочу с самого начала загонять себя. Хотя, как загоню себя, у меня есть Shadow Madness и хилочка, буду тебя пороть на 7. Тоже не так плохо. Черт побери, Мурлок-убийца. Ладно, я сейчас ставлю туда корову, в надежде, что он никуда не пойдет. А потом мы, может, возьмем его себе. Ого, там дека на рывках. Сплошные рывки, ребята. Ладно, пора немножко активизироваться. Пора проявить агрессию, тем более, что спылы есть, которые не удорожаются. Не дорожают. Да, блин, сколько у тебя эймовов там? Чувак. Чувак. Ай-яй-яй, почти бомбер чуть-чуть не докидал. Ну ладно, у нас есть все еще два Shadow Madness, все еще со стартовой руки до восьмого хода долежали. Есть Кулинова. Нормально подстригли меня. Я отказываюсь воспринимать ваш сарказм о моей прическе. Почему не Shadow Madness удар бомбером? Потому что я решил, что через Кулинову лучше. Так порка больше. Так интерес существо. Так, медведь. Медведя мы снова не можем взять покататься. Давай ставь что-нибудь, чтобы я покататься мог взять. А зачем у меня два Shadow Madness со старта тут лежат? Черт. Вот это, однако, мясо. Было бы круто, если бы это был чувак 2-4, я бы взял, сразу все мои бы бахнулись. Ладно, так тоже сойдет.
Срез, нет, фотку футболиста не показал. Фотку зэка показал. Так, корова пришла. Спасает. А, все, мы убиваем его. Нет, не убиваем снова. Хит. One damage of little. One damage of fucking little. Так, может быть, мы что-то найдем? Ня. Наконец-то хоть один шедевр у нас пригодился. Мне кто-то на Яндекс прислал пятак с подписью «Подпишусь через несколько дней из-за Наташи». Опа. 2 минуты на ставки у вас есть? Он, правда, не уточнил, из-за какой. Роман, может, знаешь, как избавиться от аллергии на шерсть, а то котейку очень хочется. Ну, я слышал историю. Моя подруга, которая тоже завела себе кота, у нее был один кот, и все было нормально. Она решила завести второго. Завела себе второго кота, и выяснилось, что у нее аллергия на шерсть, причем конкретно этого второго кота. И труба прямо никак. Она говорит, что у котов там в когтях есть какие-то вещества, которые как бы дают тебе что-то типа иммунитет. Она взяла на руки так крепко, вынесла на балкон и высунула сильно с балкона. Кот испугался, вцепился в нее когтями. И вот благодаря этой процедуре вроде как у него аллергия исчезла. Я не знаю, насколько этой истории можно верить, но такое я слышал. Кроме того, есть препараты, но, наверное, на препаратах лучше не сидеть, да? А так нет, не знаю. Научился играть на арене за один день. Спасибо. Раньше 1-3 победы делал, сейчас рекорд 10, стабильно 5+, айскрим. Ну, поздравляю, за один день очень круто научиться. Поздравляю тебя, айскрим. 32 рубаса. Скорее давайте добавим. За один день? Что, реально за один день научился? Слушай, а чем не поменялся? У меня сейчас морок будет покоцан. Еще попадут у вас, смотрю. Сейчас он поймет, как был неправ. А, ну понятно. Я бы просто не понимал, что это так все сработает. Черт, ну блин, он так обосрался, а бомбер не попал. Перехвалил его. Перехвалил. Ну давай, наверное, на твой фейербол посмотрим. Смотрели на второго йети вместо фаербола. Хулинова сейчас была бы очень кстати, вы не находите? Прям очень кстати была бы Хулинова, она бы решила все проблемы. Смотрите, одна Хулинова, и я чищу стол. Черт побери. Черт побери. Ладно, меняемся. У меня есть план Б. Я не хочу нести ответственности за историю, которую я рассказал. Гном Компани не несет ответственности за... Надеюсь, не контрспелл. Надеюсь, это жалкая копия существа. Хотя можно было еще мысли украсть. Ну там копия надо бы Назара просто подарить. Как, мы вышли из положения, да? Как ловко мы вышли из положения.
Какой-то он дерзкий. Но он играет глуповато, на самом деле. Я предполагаю, что он такой дерзкий не потому, что он очень умный, а потому, что он очень глупый. Предлагаю это проверить. Может, у него флеймстрайк на 5? Что сейчас будет довольно стрёмно для меня. Но флеймстрайк на 5, ему не хватает на пинг. Чувака 6-6, ему придется все равно добивать, так что неприятно, но не критично. Нет, там дечка-то крутая, на самом деле. Реально крутая дечка. Сейчас может парой фаерболов в голову закидать. Близзард на 3. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Юст, у нас проблемы. Ну что, если я сейчас не даю Call of Cold, меня убивает один фаерболс. Я сейчас убиваю Громага с помощью хила и хила вот так даю. Тогда он меня убивает одним фаерболом. А если даю Call of Cold, то одним фаерболом меня не убивает. Я выбираю безопасный плей. Ой, нужна, хотя не очень-то и нужна. Я не знаю, чем это тут нужно, кроме чуда. Может быть, отсутствие флеймстрайка у него? Ну, если флеймстрайк, то мне лучше не стенку, а похилиться. Так, у него на сколько атак вообще? 6, 9, 11, 12. Любой директ не убивает. Да. Hello. Ты оборзел, что ли? Что меня может спасти теоретически? Если я подниму с гнома, там вообще существуют карты? Даже если холиновый, мне уже маны не хватит, чтобы с холиновой. А если я играю из того, что есть, вот я хилюсь, у меня остается 6, хилюсь остается 8, ставлю стенку, убиваю раз, два, все равно летал. Все равно. Чувак, ты выиграл только потому, что мой бомбер не попал в твоего Мурлока 2-1. Единственная причина, по которой ты выиграл. Так что заткнись-ка ты, мудилка.
Сколько все против ранней игры, все против Ханта пришло. Какие страсти у меня в чате, я не вижу. А что там происходит? Блин, бомбер сломался, ребята. Бомбер сломался. В первой партии я первый раз выстрелил идеально, а потом все. Ну ладно, против таких хитрецов у нас есть карта на будущее. Да, бомбер, конечно, нехороший человек. Что-то вообще труба какая-то, на самом деле. Смотрите, арена Хант, ребята. Вы это видите? Обычный Хант на арене. Таких тут как грязи. Ой, я еще ошибся на самом деле. Надо было вначале на один сюда сходить. Надо было вначале сходить на один, я намудил. Сейчас на троечку тяжело получим, потому что неправильно сыграл. Так, гном. Ты, конечно, расстроен этими везучими пидорасами, но надо играть собрано. Меняться он не хочет. Интересно. Он хочет бестов мне кастовать. Надо какой-нибудь спелл срочно, срочно. Так, ну я сейчас возьму один спелл, и мы разогреем эту штуку, да? С другой стороны, он сам по своему желанию разогреет свою штуку. Ого. Ничего себе. У меня, кстати, вот динозавр, между прочим, зверь. Я смогу его бафнуть собачником. Надо беречь этого зверя. Либо у него потом майн-контроль начнется сопрем. Довольно забавный такой, на самом деле, хант на арене он попался. Так, если я сейчас даю ремовал, я уешь и всех убиваю. Могу просто дать собачника и разменяться. Могу как-то попробовать похитрожопить через ремовал. Но лучше дам собачника, потому что потом я уже собачника вряд ли использую. Вроде бы стабилизировались. Ремовал есть, майн-контроль есть, антилук, холиново, все есть. Начал хант просто адски. Вот он меня так опустил из-за адского начала. Из-за моей ошибки, когда я 3 хп себе не сэкономил, так было бы сейчас 13, не 10, что, конечно, намного больше. Допустил грубую ошибку. Ну, Сайленс, ладно, если что-то страшно, за майн-контролем. Надо выставлять существенно стол. Интересно, у него в руке карты какие, что он ничего не кастует. Может, все ремол купит в лицо? А, собаки, вероятно. Нет. Шит Аргуса. Так, ну и что нам с тобой делать?
Отдаваться, что ли? Да, получается отдаваться. Лопи кокаин сегодня продавал. Мне уже сообщили, что наркоту делал на стриме. Это всем по два трапа. Мы об этом знаем, потому что мы у него сперли такую же. Чувствую, время хулиново пришло. А то хп уже очень мало. Собак, может, и не стоило ставить. Хотя, что, у меня есть раб 7 по 2, собаки меня не слишком пугают. Разве что стол немножко подчистит. Друиду на арене Керн или Сильвана? Керн. Чтобы справиться с Керном, нужен Сайленс. Ну, либо ты убиваешь 10 хп. А чтобы справиться с Сильваной, нужен либо Сайленс, либо ты просто как-то разменяешься нормально. Ух ты! Он как будто ждал, чтобы я слизнюка поставил. Интересно, что это у него за план такой? Откуда он знал про слизнюка? Сидел с тем луком дурацким. Может, он там просто стрим палит и по майн-контроль не выставляется, поэтому. Поэтому с картами сидит на руке. Не просто же так он с луком с этим сидел. Топ-дек, кстати, очень помог, потому что теперь, если он идет в атаку, он получает на 2 в лицо от трапа. Теперь я спокойно. А, нет, он когда идет в атаку луком, у него иммунитет, он не получит на 2 в лицо от трапа. Вот так это работает. То есть он меня может еще убить сейчас, теоретически. У меня пятак остается. 5-2 остается пятак. Может убить. Да, он как-то очень странно играет. Опа, великан. Странно. Почему он не умер? Он же должен ему получить. Вот это странно, такого никак не ожидал. Вару командирский крик, бугуртатор или рубаку? Точно не крик, бугуртатор или рубака. Если есть хил, то рубака точно, иначе подумай. 2 минуты на новые ставки на Туладере. Джейна. Ух ты, какая рука у меня прикольная. Только второй дроп нужно получить. Давай, второй дроп, камон. У меня есть 2 хода, чтобы получить второй дроп. Пока не то, но тоже ничего, для начала игры подойдет. Какого-нибудь элема добить вражеского. В хэст нету правил? Да нет. Лук должен работать так. Может, изменили, потому что я где-то видел, что он так работает, когда ты где-то отхватил во время атаки, но у тебя иммун. Короче, я это видел сам. У него тоже там медленная сдача. Интересно, с чего начать? Бойдмастера или с культиста? С каратиста. Культист, каратист. С культиста начнем. Он тоже, если его сразу не убьет, то я его могу отхилить. Павел Москва увел Наташу трусиху, но Наташа тоже Москва. Может, они уже там в кино пошли? Что это так? Что за вялое такое начало, друг? Это несерьезно, ну что за... Я-то думал, ты сейчас что-то крутое покажешь в предыдущем. Ну, может, еще там мне 5 флейм-страйков просто зальешь. Может, мне еще все спереди.
Привет, Накирич, с обновой? Ты про стрижку, что ли? Спасибо. Так, отлично, этот чувак съел две карты. Хорошая новость. Ух ты! Давать Холинову или нет? Да я думаю, нет. Пусть Фаербол вначале покажет. Ладно. Видите, овца ремоул не за 4 маны, ремоул за 6 маны. Мало того, что остается существо 1-1, так оно еще и зверь. Хантер как оббафает его. Наташа, какая тебе помощь нужна была? Нет, я, конечно, не собирался ничего делать, ну так, чисто поинтересоваться. Вот так-то пойдешь или будешь сидеть там у себя в стелсе? Вообще тебе надо идти, иначе... А, ты даже в лицо идешь? Я-то думал, ты овцу мне бьешь. Так, ну хорошо, как бы нам дешевого великана поставить? Просто поставить, получается, да? Просто поставить и все. Да, я думаю, просто поставить подойдет. Правда, хп у меня уже мало. Там что-то как-то порит. Прям сейчас надеюсь, можешь зайти в гости. Тень растет, все. Жопа растет. Ошибка в ОБС. Ну, если что, можешь потом мне написать. Что-нибудь посоветую по ОБС. Как-то он нам ничего не подставляет под Shadow Madness. Даже обидно, что у нас их два. Так, великана стреляет, интересно. И в лицо пошел, ни хрена себе, ну это вообще дерзость. Он там явно, у него какой-то план. Мне кажется, этот план называется Flame Strike. Там явно план Flame Strike. И даже Холинова нас не спасет. Может нам помочь Холинова. Если мы поступим таким образом. С другой стороны, у меня сейчас остается 12, 2 фаербола в лицо. Какой сюрприз. Ох, ё-моё! Фух, 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 повезло. Вот это жесть. Блин, десяточку оставил. Чирик оставил, я бы сказал. Надо хилиться в лицо. Каждый ход, причем, надо хилиться в лицо. Там мне еще очень повезло, что я... Что один я сдоджил. Тут есть о чем подумать. Жалко, Холинова нет. Сейчас бы Холинова на 4, за 4 маны вообще было бы идеально. Идеально было бы. Так, ну ладно, придется получить в лоб немножко. Чуть-чуть получить в лоб. Надеюсь, там не еще один флеймстрайк. Надеюсь, пожалуйста, пусть это будет не флеймстрайк.
Гарпия? Черт, на такой даже не покататься. Тем более не покататься. 7 хп. Ну, мы можем гарпи взять в виде стенки. Но если там один фаербол, у нас убивает одним фаерболом. Как бы нам так справиться со всеми его угрозами? Наверное, придется нам не забирать. Я могу сейчас взять гарпию вот под майн контроль. Все это убить, но у меня останется 7 хп. У меня убьет один фаербол. Это стрёмно. Нужно выйти из зоны одного фаербола и поставить стенку трёх. Кончились покатушки. Шо ж их так мало подвезли? Сейчас проверим его на копию. Может быть, это дупликейт, может быть. Но убивать его в любом случае надо. Дупликейт. Не дупликейт. Интересно. Ты смотри, что на Рутимаке-то творит. Что творит на Рутимаке? Вот как перед таким устоять? Был у него все-таки фаербол, да, судя по тому, что он там чем-то целится? Да был фаербол. Он же целился сейчас картой. Он еще правильно сыграл. Ух ты. Ух ты. Летал на следующий ход. Представляете, вот сейчас меня смотрит 2400 человек, а там через 2 года они насмотрятся и сами тоже захотят постримить. Фух, был фаербол, все сделал правильно. И будет 2400 стримеров, а потом у них через 2 года появится еще 2400 стримеров. Круговорот стримеров в природе. Один. У Наташи 28 фолловеров без единого стрима. Из него оставляем специально против Гул'дана карта. Что там за драка за медведицу? Может, вы поступите как взрослые люди, просто достанете и померяетесь? Давайте все хранить себе для Федора. Так, ну ладно, это не очень страшно. Это вообще как-то средне страшно. Потому что теперь нет маны, чтобы дать
Синдарайку. И это все? Скрестите уже шпаги. Достаньте, помиритесь и скрестите шпаги. Палево какое-то. Не, ну хватит карты брать, ну это нечестно. Я ж по одной беру. Ты посмотри, какой агрессор. Не варлок, а жертва хулиновая. Что-то Алкинайку жалко стать, она просто съест вот этими шнягами. А Слизняка он просто съест одной шнягой. Ладно, пусть лучше Алкинайку съест. Пусть что-нибудь съест уже. Чудовище, ты проснулась? Опять мешать пришла? Иди спи обратно. Спи, иди, кому говорят. Чудовище. Погоди, он что, не врубается... Серьезная ситуация, что ли? Ну, дурачок-то. Думает, мы тут шутки с ним шутить будем? Или он не прочитал, что эта карта делает? Правильно, правильно, иди обратно в коробку. Тут нечего здесь, не на что здесь смотреть. Так, суккуба. Сбросил Джараксуса. Вот эта карта. Нормально. Черт побери. Нас даже тетка не спасет, потому что все равно он разменяется. Попробуем за счет стенки отмазаться. Суккуба сбросил Джараксуса. Наверное, там варлок недоволен. Так, что нам делать со здоровяком? Здоровяк, сука, опасный. Никого худа, я буду помнить, пока ты сабскрайбер. Как только кончится все, сразу не буду помнить. Сразу скажу, кто это вообще, что это, не зная такого. Варлок, наверное, очень переживает, что поставил суккубу и распрощался с Джараксусом. Так, 12, 14, 16 у меня атака. Литака. Атака Литака. Разбил сердце? Да, я такой. Drink with me, friend. Имен, не надо делать голосование. Как можно вообще... Что там голосованием? А, мне пришло уточнение. Еще 5 рублей на Яндекс. От человека, который подписывается ради Наташи. Когда я спросил, ради какой Наташи, уточнил, ради какой Наташи, но я не буду называть. Не буду говорить, ради какой Наташи. Пусть сами там думают.
стрим приготовления борща, мне кажется, будет нереально круто. Мне кажется, будет популярно у мужчин. Я бы посмотрел, как это делается. Во-первых, это, наверное, очень возбуждает. Во-вторых, научусь делать борщ нормально. А что, это реально круто, стрим делания борща? Кулинарные стримы, почему бы и нет? Мне кажется, за этим будущее. До скольки стрим у нас сегодня? Ну, я начал 7 с копейками, думаю, до 12 с копеек. Ого! Вау! Черт, а как же мои планы? Вот черт. Вот собака. Немытая. Конечно, немытая. Блин, ты реально подленькая. Я что-то есть захотел. Надо сделать маленький перерыв, хоть бутерброд сделать, затащить, а то... Кушать очень хочется, ребята. Очень хочется кушать. Мам, кушать! Кушать! Стрим борща! Если ты будешь стримить, как ты ешь... Нет, я на тебя жалобу подам, если ты будешь стримить, как ты ешь. Черт побери, Хьюстон, у нас проблемы. Мой трусишка остался, вообще боится всего. Такой же трусишка, как и Наташа. Ну что, ставлю стенку. Это меч, либо эти два друга, либо эти друзья. Нага я хочу похилить. Феникс Рамаса после атаки. А прикиньте, стрим борща. Я медленно режу капусту. Хулинова нужна. Ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ушки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ушки. Бомбер, покажи мне магию. Покажи мне колдовство, бомбер. Ну колдун. Ну чё, пора народ давать, да? Нельзя же слишком долго держаться и жадничать. Мы пожалеем об этом. Ну конечно ценный юнит, но а чё делать? У медведицы специальный фартучек. Наверное, на голое тело будешь надевать, да, на стриме? Специальный-то фартучек. Ой, вторая колотуха. Прощай, мистер великан. Все почистил. Ну, паладин, да, прилично. Две колотухи, то 3-5. А у нас хулиного нет. Если я сейчас ставлю динозавру 3-5, но все равно убивает мечом и этим, и щитом. Ладно, что уж делать, надо. Надо, значит, надо. Надо у него спереть тоже два меча или две консекрахи. Упс. У меня есть Саленс специально против таких хитрецов. Да блин! Блин! Откуда у вас столько лезет? Ни хрена себе это... В лицо пошел! Чувак, ты меня вынуждаешь идти на крайние меры. Я похилю этого чувака, чтобы от консекрахи защититься. Я, если чего, могу саленснуть, он будет 6-6. А, просто фартук я имею в виду. Нет, так, такие глупости нам не надо. Ну что ты в самом деле какие-то смешные вещи говоришь. Блин, а теперь не могу просто так выстрелить. Надо хилиться перед этим. Всех покоцаю. Ну ладно, что ж делать. У меня есть специальная карта, чтобы все исправить. Класс у меня комбо-дефа, да? Мы опасного паладина с мечами побеждаем, кажется.
Если что-то Натали в чате. Нет, я против этих. Натали? Наташа — это Наташа. Что за я Натали? А я Васисуали! Так, ну что? А, летала, кажется, нет. Сейчас почитаем, конечно. Может, что-нибудь соврём, будет летал. Нет, не соврём. Ё-моё. Так, 4, 10, 17. Останется там 2 хп. Не, 2 хп сыкотно, если честно. Not on my watch. Он говорит, только не мои часы. Забери кошелек, деньги, все, только не часы бери. Not on my watch. Not on my watch. Сдаешься, паладин? Филипп, паладин Филипп. Никиторий. Никиторий классно. Да, это очень круто. Смотрите, кстати, новые подписчики, я совсем забыл вам говорить, может, вы и не в курсе. Вот новые наши сабскрайберы или прогномчики. Слушайте, а почему не работает вот топ сегодня, не отображается? А, я думаю, это баг из-за перевода времени. Потому что у меня сейчас на компе 11 часов, а вот программа думает, что 12. Но я думаю, мы с МНом спишемся и все исправим. Так вот, ребята, есть у нас такая карта лепрогномов. Обратите внимание. Сабскрайберы, не стесняйтесь мне писать приват свой город, и я вас сюда добавлю. Оставите свой след в истории. Поехали, 6-1. Новая партия, 2 минуты на ставке. На ставке. Часы не перевел? Нет, они автоматически перевелись на компе и на везде, на телефоне. Я даже встал, удивился, смотрю, везде время одинаковое. То ли оно везде перевелось, то ли везде не перевелось. Я на всякий случай уточнил, перевелось. Колхозник играет против нас. Вот, а на софтине, который написал имен для отслеживания вот, доната, не перевелось. Поэтому вот в 11 уже как будто новый день. Снова нет второго дропа. Вот я... Ох ты, есть второй дроп, но его против Роги ставить сыкотно, потому что ты ему отдашь слизнюка дешево, он тебе хорошо, если я да тупуху 3-4 покажет, ты будешь волосы рвать на голове, что отдал слизнюка очень дешево. С другой стороны, пропускать дроп это тоже очень плохо. И пропускать дроп плохо, и ставить слизнюка плохо. Ой, ой, не балуйся. Черт. Краснодар, да, есть. Он, кажется, забыл в атаку сходить. Так возбудился от крутого старта, что в атаку решил не ходить. Я и так крутой, чем еще в атаку ходить. Он там уже сдастся сейчас. Да, Лопик, это телефон на зарядку поставил. Да, я же бутерброд хотел, а кушать хочу, блин. Напомните мне после этой партии. Ух, ё-моё! Such soul ли прогном, such aggression. Aggression. Грешен я. Все мы грешены. В комбу к двум покатушкам не хватает панду, возвращалку. Взял, покатался, забрал себя в руку. Дед Безбожник подписался. Привет, Дед Безбожник. Тут колхозник, там Дед Безбожник, блин, на селе каком-то играя. Опа! Ой. Большой. Так, ну ладно. Давай тоже тебе большого поставим. Вдруг тебе нет ассасинейта. Если что, один ход потерплю. Здравствуй, детка. Не выдержал? А что выдерживать-то? В смысле, что не выдерживать?
Нет, что выдерживать было правильно. Я что-то прогнал снова. Упс, эвисерейт. Так, вот эта штука 5-5 довольно солидная. Как бы нам просочиться мимо нее? Я думаю, пора в атаку ходить. Я такой осел, как и вы, сэр! Дед, видал такой же осел? Потому что тут уже цейтнот пошел жестенький, порит очень сильно. Как приват писать на Твиче? Под стримом есть шестеренка, на нее нажимаешь, там две кнопки. Одна из них — репорт, вот она тебе не нужна. Тебе нужна вторая — месседж. Нажимаешь месседж, и мне приходит месседж. Я его не прям мгновенно рассматриваю, но там раз в пару дней все, кто мне написали, я их всех добавляю. Ой-ой-ой-ой-ой, ашот ваншот. Блин, холинова нужна, ребята. Прям срочно. Не хочу. Не, реально холинову нужно, чтобы ванслифта вернуть обратно, то мы проиграем прямо сейчас. Понимаю. Жалко, не хватает на этого чувака еще, помимо холиновой. Тигрилу тоже жалко, но боже, в такой ситуации еще ныть. Я что-то дыкнул, как последняя, Слизняка, наверное, не буду ставить, да? Подождем мы со Слизняком. Фух, фух, я аж испугался. Из Ростова, да, есть. Опасная штука, на самом деле, вот это. Он сейчас себе зарядит пушку. И будет пушка большая-пребольшая. Три будет у пушки. Так, ну что, можем сделать с Т4-7, да? Да. Сильно не хватает, на самом деле, шилдов 0-2. Очень крутая карта, просто нереально крутая. Чебоксары? Не помню. По-моему, не помню. Из Австралии? Нет, есть вообще-то. Из Окленда, по-моему, или Перта. Сейчас посмотрю. На западе, короче, вот здесь вот. Что на западе? Я знаю, что столица у них на восточном побережье в Австралии. Там что-то другое. Да опять этот гомосек лезет. Каждый ход лезет. Откуда у тебя две легендарки? Понимаю. Вот это я понимаю. Бой, сержант! Бой! Алматы есть. Ну вы не стесняйтесь, если что, дублировать. Вот Москва уже, да, нет смысла. Там вот такое пятнище Москвы. Вот там я уже, наверное, давно пол области закрыл, хотя это все Москва. А теперь я понял. Ну, надо МК либо ремоу поднимать жирный. Да. Да, дела. Дела, ребята. Вот такие пироги. Короче, к нам подписался человек с ником, который вы можете прочитать в чате и на экране. Вот он к нам подписался. Я буду звать тебя Толян. Черт побери, да что ж такое-то? Какой-то нечестно крутой рога. Значит, Ванклиф у него есть, Рагнарос у него есть. Ну ты давай еще что-нибудь мне покажи тут. Дерзкий очень
рога какой-то. Колхозник свою деку принес на арену. Он не знает, что это запрещено. Он из колхоза. Отстань! Отстань, кому говорят! Побольше брату на стол. Теоретически на следующий ход у меня летал, но у меня 6 карт в руке. Тут еще вопрос, кто кого летал. 8 хп это не хитрое дело снять. 2 висера это дало, все. У него еще дракон есть. А, блин, рога-то. Эх, рога-то какой. Ай да рога, ай да колхозник. Вот там сидит, считает. Так, у меня 2 препарейшна, тут, короче, 3 весерейта, как же их закомбить-то? Ха, ес, победа, победа, сдавайся, колхозник. Так, ребята, 2 минуты. Очень быстро сделаю бутерброд, а то умираю от голода, а потом продолжим.
Игра не лезет в горло и коньяк не лезет в рот, да. Именно так. Оставим Сальсера против Приста. Присты любят там что-нибудь обафать. Бомбер спрашивает, какога вероятность? После слова какога я дальше уже читать не стал. Какога. Бомбер хотел как бы показать, что он образованный так, с таким классическим образованием молодой человек. И случайно обосрался. Какога вероятность? Такога вероятность? Хорошо, что сержант не поставил, а то бы сейчас... То бы сейчас тоже. Строчер подписался. Привет, Строчер. Надеюсь, я без ошибок прочитал твой ник. Ой, Наташка, Наташка 10 рублей прислала. Наташка, которая, это, стесняшка. И занимает у нас с помощью своей хитрости все строчки в хит-параде. Так, что это такое? Это прям на Сайленс намекает, да? Покататься у нас не на чем. Надо Сайленс давать. Привет, Строчер. Как вы это еще? Какога вероятность? Хорошо, что я его посаленсил, ребята. Сейчас бы жопа такая была бы. А плохо, что до холиного не хватает у нас. Монета-то потрачена. Да. Дела. Черт побери. Черт побери, не сошелся пасьянс. Строчер такой же осел. Чувак! Чувак! Ну ты понял, да? Теперь я понимаю, как неприятно это выглядит. Мне очень стыдно, что я так делал сам. Так, я тебе ставлю жиробаса, а ремувала у тебя нет, понял? Чё, правда что ли нет? Хе-хе-хе-хе. И Сайленс у меня тоже больше нет. Да, это жаль. Сайленс есть лучше, чем Сайленса нет. Блэктверк почему прокидал? Обещал, включил. Если обещал, но не включил, значит что-то совсем случилось важное такое, внезапное. Но он созрел для Хулинова, в правильном порядке сыграл Паука и Дракона. Прям как намекает, дай мне Хулинову. И в атаку не пошел. Невероятно сильный у нас оппонент, ребята. Жалко, что нам сюда не пробиться. Или пробиться, могу так, так. Да, наверное, так и сделаю. Не чистить же потом эту шляпу. А, нет, нельзя, нельзя. Блин, зря я сходил, потому что мне этого, этого потом не добить. Придется терпеть. Что-то я даже не заметил, что он 5-5. Думал, он тоже помрет. Намудил. We must
Хорошо, что похилил чувака. Нужна еще хуйнова. Ну, он там показал все, на что способен. То есть ничего не показал. Он столько уже карт сожрал, тот чувак 7-6. Можно сказать, что он мне вжал и выиграл игру. Столько он всего съел. Нахамячил, я бы сказал. Бомби. Дед Безбожник неправильно со слова какова. Правильно? Как уга. Прикольные слова. Надо будет, когда какую-нибудь деку придумаю, назвать ее какага. Поехали. У меня интересный вопрос. Какова вероятность того, что какой-нибудь очередной гомосек с флеймстрайками и фаерболами, прежде чем добить, не скажет well played? Вот это, ребята, вопрос так вопрос. And smoke. Безбожник, эта шутка была минут назад в чате. Я пропустил просто. Отошел и пропустил. Опа, а чё зомби? Вроде прист я, а чё зомби у него? Ну, неплохо. О, бомбер. Бомбер, ты вот в последнее время не очень себя вел, но вот если попадёшь 3 раза сюда, я тебя снова полюблю. Ладно, все равно хилюсь на 5, какая разница. Конечно, 3 в зомби было бы лучше. Ой-ой-ой, всё, жопа. Жопа, нужен слизняк. Он думает, с монеты еще ставить что-нибудь или нет. Смотри-ка, дракона покататься не взять, а если беру покататься зомби, то он хилится на 5, а не я. Но даже несмотря на этот недостаток, надо так делать. Черт, вот это он интересно, конечно, вот разменялся. Топор проклятый мне все испортил. Всю жизнь испортил. Так, слизнюк. Слизнюк это, пожалуй, то, что нужно. И вот вопрос, готов ли я уже рисковать тенью? Я готов рисковать тенью. Иначе он просто разменяется. А так я как бы существо съел, и еще ему надо еще добить ее. То есть уже разменяется на две карты. А иначе просто будет размен, и тень тут неизвестно сколько будет сидеть. Ну, теоретически против шамана можно сидеть 20 ходов, а потом сходить в лицо один раз жирно. Сабгол 12 побед или 40 паков. А сколько людей на подписку надо было?
И с какой попытки 12 побед? С первой? В общем-то, если 20 подписчиков, то я готов. Но я просто не буду этого делать, потому что не люблю сабголы. Можно в такие сабголы поиграть, когда выпустят 100 карт, когда нужно будет очень много открытых бустеров, можно будет так, как временное решение таким заняться. Но на постоянной основе миссии был очень нравится. Кто куда кататься будет, я уже запутался. Эй. Как уга? Опция номер раз, опция номер два. Эти две карты нам тут не пригодятся. Две опции такие, ну, обе хорошие, конечно. Надо выбрать одну. Я думаю, лучше тебя, потому что если поставлю тебя, скорее всего, налечу на овцу с его стороны. А так я налечу на Элема, да? То есть я убью вот так, убью вот так, вот так. А, не, Элем меня не пугает. Да, мы обходим Элема, и мы не очень боимся овцы, поэтому план лучше. Какой Лем? У него же там 4 маны, действительно, о чем это я? Только овца нас и пугает. И снова дракон, на котором не покататься и в которого не выстрелить. А, ну ладно, давай посмотрим, что мы позовем. Холину она тут не нужна. Давай посмотрим. Не совсем удачно, конечно. Ну, может, сейчас что-нибудь выпрыгнет жирное. Жирный хиллер выпрыгнул. Жирный хиллер робко прячет тело жирное. В засос. А вот безбожника, деда безбожника привел в сабмод. Мне сабмод нравится, да. Во-первых, как бы стимулирует подписываться. Во-вторых, в чате я успеваю его читать. Когда отключаю сабмод, то есть на последнее время, он летит так, что я просто не справляюсь с ним. И проще вообще тогда на него забить. А так, справляюсь. Я думаю, там мы уже не найдем ничего интересного покататься. Рука там пустая. Вот когда будет у нас 2000 подписчиков снова, и снова чат будет лететь, надо будет что-то новое придумать. Но пока до этого, как до высадки на Марс. Черт побери, ему не понравилось, что я стреляю.
Забавно, он показал 0 лемов. 6-5. Верхов 6, да, верхов 8. Черноморская Юлька. Почем нынче Юлька? Так, мы ходим вторыми. Но все равно это не третий дроп, вот это поздний грин. Не поздний, а в средний где-то так. Какой счет? 9-1. Нам попался колдун. Колдун на 9-1. Он какой? Он секретчик, секретчик. Flame Strike. Но у нас есть против секретчиков теперь секретные технологии. Взять покататься. Конечно, свой секрет мы не вытащим, но хотя бы он тоже не вытащит. Осталось только, чтобы все это сошлось. Как стать модером, кроме как способа в описании? Извини, только так. Все через это прошли. Да. Опять этот чу-зомби. Проклятый чу-зомби, он меня раздражает. Слишком крут на первый ход. Чё они во вторую руку все сдают? Вот приеду в Москву, пойдем с Наташей в кино. Будет новый модератор. Надо покатушки срочно искать, а то он меня забодает этой штукой. Ой, надо искать! Ни хрена мы не нашли. Ладно, отдаем пироманта. Все равно у нас нет шедов, чтобы комбить чем-то. Интересно. Неинтересно. Привет, Глебка. Нет, все, что нам удалось сегодня, это остаться на том месте, с которого начали, и это, знаешь, даже оказалось неплохо. Потому что сегодня было мрак и жопа. Что-то трудно в этой партии, ребята, как-то меня жарит, а у меня нет покатушек, моей главной карты. Все еще трудно. Может, я не Flame Strike сопру, как вы думаете? Было бы не дурно. На тебе баблера. Монетку тратить нельзя. Хочется, конечно, поставить двух существ, чтобы обоих не мог убить, но у меня здесь вот тетка, монетка, выстрел. Да больно же, чувак. Ну не обижай меня так. Может, Холинова нас спасет, а? Было бы очень недурно. Очень недурно было бы Холинова сейчас увидеть. Нет, дурно. Надо скорее убить зомби, пока мы не поставили тетку. Хотя это его хилка, конечно, она не аффектится моей теткой. На всякий случай. Да, трудно и с Туёвином. Вместо одного уборочного положить лавабурст? Нет, не думал. Лавабурст он не поможет ни против агро дек, ни против контрольных дек. Ну, конечно, неплохо, когда в конце у тебя оказывается лавабурст. Но вот против агро деки лучше на третий ход поставить существо.
Против контроля лучше на третий ход поставить существо, а против агро Декила Бурс тоже ничего не делает. Так, мне кажется, не улетал на следующий ход. Насколько это верно? Попробуем отмахаться. Огонь! Огонь! У меня есть подозрение, что там флеймстрайк нам сейчас изобразят. Либо фаербол. С фаерболом летал. Лавабурста 5 дамага за 5 маны. Полный отстой. Сейчас еще полхода подумает, а потом кинет фаербол в лицо. Проиграли. Хит в хит. Эх! Так, если бы хит-кес бы еще остался, я бы, может, и поборолся. Выстрел на да, на два, атака, отдались. Короче, побороться смогли. Ладно. Паладин. Паладин Лаес. Это все прекрасные карты для мулигана. Я очень рад тому, что не увижу их в стартовой руке. Вот это уже похоже на правду. Какой ранг в ранке делаю? Второй. До легенды мне не хватает. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восемь звезд до легенды не хватает. Сегодня просто попадалось очень много Miracle Rock и очень много престол. В результате вниз вначале там поехал, потом отыграл, потом вниз, потом отыграл. Если ты хочешь быть модератором, но не согласен на условия, но есть тот, кто согласен, ну, обсудим, обсудим. Деду как-то приснилось, что он у меня модер. Мне тоже иногда снятся такие сны, знаешь, дед-безбожник. Ну, как будто модератор прибавляется в чате. Потом просыпаюсь, нет, все те же, думаю, блин. Всякие поездюки до Павла Москву. Так, этот раз нам завезли по катушку, так что надежда есть. Паладин какой-то долгий. Подглядывает, что ли? Ух ты. Прямо ему бомбера не ставь. А то зарежет. Я ничего не боюсь. Не боюсь трудностей. Мягкая ли постель, конечно. Стул уже сколько? У меня кресло, и у меня не то, что спинка потерлась, ее кошкой задрал, его кошкой задрала в хлам. Просто и задрала.
надо ставить стенку, потому что гномка просто мечом зарубит. Паладин очень долго думает и успешно обходит покатушку. Выглядит крайне подозрительно. Мыслишки у меня, что это шпион. Не клеил у меня дед обои? Нет. Я бы запомнил, я думаю. Колотуха все-таки пришла. Не зря слизнюка держали. Да, давай, почему нет? Мне вот, я помню, с этим чуваком давали пиратку 2-3, я еще думал, и вот за все партии ни разу не пожалел, что выбрал Смита, а не пиратку. Жирно съел вот этот чувак, молодец, отлично изменялся. Слизнюк, я думаю, против паладина, надеюсь, нам еще пригодится. Вот это интересная карта. Вот эта карта интересная. Следуй правилам, да? Так, у меня в деке есть две хули новые и есть чувак 3-2, который со всем этим подружится. Осталось только все это получить. Вот так и знал. Так и знал, что такое произойдет. В лицо, умоляю, в лицо, умоляю. У тебя же там блокер. Ну сходи в лицо, ну пожалуйста. Хер там. Саленсить уже особо смысла нет. Крутая у нее комбинь, а у нас нет хули новой. Вау! Окей, я тебя понял. Опасный паладин нам достался. Ну, мы бы его победили легко. Будь у нас в руке АУЕ. У нас 3 АУЕ еще, мы можем еще получить. И это все. Похоже, что все. Надо проверить, наследую правилам. Ну, хотя как проверить? Вот так и проверить. Спросить, как бы, есть следую правилам или нет.
wonder. Сколько этой легенды? 8 звезд. Еще прилично, еще считай полтора ранга. Ой, ну как ты заколебал, а? Как ты, друг, заколебал? И главное, непонятно, что с этой дурой 8-2 делать, потому что он даже не ставит жертву для покатушек. Санисить нет смысла, там санисить особо нечего. Он играет тут реально по всем пунктам, как будто руку палит. Очень медленно ходит и очень удачно обходит все мои засады на руке. Йети. Здравствуй, прист. Так, ну даже если забираю волка под сержантом, это на 4. Если ставлю динозавра, он съедает его токеном под волком. Заебись. Врагу не сдается наш гордый варяг. Пощады никто не желает. Ну, если я сейчас тубдекну Хулинову, мы еще можем затащить. У меня его две. Вероятность тубдека 1 к 7. Можно поднять, давай. Давай, Хулинова, камон, камон! Тень Наксрамаса. Рамаса Наксрамаса. Тень на плетень. 9 хп, это мало. Девять хп мало, поэтому хилим динозавра. Три эти, две училки. Нормально.
Ладно, согласен на еще одну покатушку. Либо на хулинову. Давай, давай, мне надо топ-дек. Мы можем проиграть. Мне нужен топ-дек. Топ-дек, камон, топ-дек. Так, ну совершенно очевидно уже убивать Воргина, да? Хотя это не так уж очевидно. На самом деле, может, его не надо убивать. Да, скорее его даже и не надо убивать. Топ-дек, так топ-дек. Если он топ-декает меч, я сразу проиграл, поэтому слизняка можно просто ставить. Let me think. Сидеть без карт, с картами сидеть, конечно, лучше. О, это хорошая новость. Они обнадеживают. Что бы нам тут декнуть? Либо ново, либо... Либо все. Только хулиново меня спасает. Нормально так, чтобы прям спасало. Кабанидзе. Кабанидзе меня не очень спасает. Как и размен, в общем-то. Продолжаем находиться в шаге смерти от топ-дека меча. Так, ему четверочки не хватает. Это либо плюс 4, еще одну топ-декнуть третью, либо меч, либо рывок 4-2. Ну, должен сказать, что он тоже топ-декнул очень слабо. У него плохой топ-дек, у меня чуть-чуть получше, но тоже слабо. У меня тут где-то две хулинова лежат. Жопа какая. Какая жопа, чувак? Ну что ты делаешь? Капец. Ну сейчас либо ново, либо проиграли. Ну уже... 2 к 11, ну давай, ну пожалуйста, ну 2 к 11. Так, кто из них опаснее, волк или тетка? Оба опасны на самом деле, что волк, что тетка. Волк, наверное, опаснее. Ну, нового все равно я могу еще дать новую ремовал, и мы останемся с пустыми руками. О, прикольный тот бег, кстати. Так, кого мы не хотим видеть? Вот это я хочу видеть. Пусть ходит в атаку, потому что я его сразу убью. У меня убьет секретчика, ну и плевать на это. Вот это я буду брать карты. Хотя, если он сейчас накачает это и топ-декнет еще одного здоровяка, ситуация будет неловкая. Да, Алекса, почему? Ага, ты топ-декнул своего секретчика. Так, две новые на 9 карт. Интересно. Интересно, девки пляшут. Что ты зеваешь? Котяка зевака. У
Уже 10 минут первого. Поздновато уже как-то. Два, четыре, шесть, девять, тринадцать. Ну все, это жопа. Если только майнд-контроль сейчас не поддекнул, вот прямо сейчас майнд-контроль, то это совсем жопа без шансов. Да и с майнд-контролем не факт. Вот семь, девять. На следующий ход муж летал. Все, проиграли. Да, новые у нас остались тут где-то в шести картах две штуки. А так, я думаю, я бы выиграл, если бы новую подвезли.